Доброе утро, меня зовут Артем Ермаков. Сегодня вы проведете один день с командой «Динамо» на сборах в Витязево. Команда питается хорошо, разнообразно. Видите, тут и запеканки, и пороги, и каши, белковые, углеводные, жиры. Все, что нужно, все тут есть. Завтрак это вообще бомба. Можно съесть все и не волноваться о фигуре. Ну, отлично вообще. Каждый день что-нибудь новенькое. Все очень вкусно. Доброе утро. Уровень молодежной лиги и даже уровень молодежной сборной несопоставим с уровнем Суперлиги. Вот, поэтому, да, совсем другая ответственность, другие эмоции. Но ничего, все через это проходит, все справимся. Дедовщины нет, вот, поэтому дружный коллектив, все как бы отлично. Вот, ну, поддерживают иногда и покричат. Вот, и так как бы все хорошо. Физкультурой чуть-чуть позанимаемся. Зарядку. Железкой потягаем. У нас проходит все по плану. Команда готовится к Кубку России. Первые два цикла было посвящено индивидуальной работе и физической специальной подготовке. Уже отрабатываем командные действия, также уделяем большое внимание физической подготовке. В новом сезоне предстоит много работы, много интересного, много игр, много ответственности. Соответственно, много волейбола. Все уже ждут его с нетерпением. Знаете, как говорится, умереть каждый может, а терпеть не каждый сможет. Поэтому терпим. Это боль, наверное, боль от травм, от всего. То есть какие-то микро, которые мешают все время. Но они в то же время и подталкивают, подстегивают, что ты еще можешь. Ну, это лично для меня. Но сейчас я не могу уже сказать, что я выбрал волейбол. Скорее всего, его выбрали за меня, а я иду по этой дороге.